Здорово, у микрофона я, Мелчикс, и в данном видеоролике я расскажу и покажу, как же убрать вот эту вот надпись «Пожалуйста, введите ключ проверки подлинности» в игре Minecraft в версии 1.7.10. Ну а перед началом данного видеоролика советую подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну а теперь давайте же начнем. Погнали! Итак, чтобы нам убрать вот эту надпись, это делается легко и просто. Я думаю, вы до этого способа, наверное, вы такие сейчас скажете, серьезно, это так было легко. И сейчас я вам этот способ покажу. Так, нажимаем F5, так, чтобы убрать тот вид, который нам не нужен уже. И просто, во-первых, чтобы вы записывали ролики, как, в принципе, и я, типа вот так вот. Но чтобы не показывалась рука, вот как вы можете в правом углу заметить, у меня тут рука. И вот, вы нажимаете F1, и у вас пропадает эта рука, и это красная надпись. Ну или какого у вас там на цвета, вот это вот ключ подлинности. И у вас, вы просто можете летать и вот так вот, и все. И теперь есть еще второй способ, нажимаем F1. Так, приземляемся, включаем настройки, потом ищем. Так, настройки графики, да, настройки графики и выбираем интерфейс обычный, это вот который сейчас классический, крупный, это то есть у вас вот эти буквы будут крупные и сам майн будет крупным. И можно убрать, получается, авто, и можно еще убрать небольшой, вот. Берем, нажимаем, вернуться к игре, и у нас этого ключа нет. Но если вы будете в игре, то он у вас будет прям в левом верхнем углу, он у вас будет немного виден. Поэтому это, в принципе, не критично, зато на стримах, на видео это не будет видно. Надеюсь, вам этот гайд помог. Вы поставите лайк, подпишитесь на канал, оцените и поделитесь роликами, ну вообще да, роликами, на которые у нас есть на канале, поделитесь со своими друзьями. Ну а с вами был я, Мелчикс, всем удачи, всем пока.